В манеже Ульяновской спортшколы «Атлет» на верхней террасе прошел турнир областной федерации ММА. Ее представитель, тяжеловес Гаджимурат Багаутдинов, стал чемпионом мира. Поэтому областная спортивная школа национальных и неолимпийских видов спорта подарила федерации новый боксерский ринг. В рамках федеральных стандартов моя спортивная школа и своей национальных и неолимпийских видов спорта закупили ринг, на котором сейчас были бои. И мы его вручаем федерации ММА Ульяновской области. Спасибо. Вы нас всегда поддержите с самого нашего начала. Уверен, что так мы будем идти плечом к плечу. И вообще всех призываю, все федерации объединяться. Олимпийские виды спорта. После торжественного открытия немного прошлись по правилам. В избежание травм, особенно у маленьких участников, их решили ужесточить. К тому же перед каждым боем подробный инструктаж от судьи. В первую очередь, правило, что запрещено. Стойки работаем только по корпусу, по голове не работаем, ни руками, ни ногами. По спине не бьем, по позвоночнику не бьем, понятно? В пах не бьем, колени, рук, локтей нету совершенно. В партере только борьба, из приемов только рука. И все. Понятно? На вызов организаторов турнира откликнулись 5 клубов из Ульяновска, Димитровграда и Жадовки. Клуб «Пересвет» и стал самым золотым на этом турнире. Бойцы из монастырского клуба завоевали 5 золотых медалей в 13 категориях. Еще они взяли 2 серебряные награды и 1 бронзовую. В финале категории юноши в весе до 61 килограмма встретились пересветовцы Олег Телицын и Даниил Иванюшко. Бой одноклубников стал самым зрелищным на турнире. Ребята совсем новички, но как они яростно сражаются, как они конкурируют между собой. А ведь это одноклубники, а что они будут делать со своими соперниками из других городов? Еще один запоминающийся бой с участием самого колоритного участника, высоченного Кирилла Ларина, также из «Пересвета», закончился очень быстро. Ему понадобилось 37 секунд, чтобы одолеть своего соперника. Следующий турнир по ММА в Ульяновске пройдет уже совсем скоро. В середине февраля стартует чемпионат и первенство области.